Всем привет! Вы на канале Диванного Кроликовода. Вот такой вот славный малыш у нас появился. Это щеночек добермана. Сейчас он сладенько так спит. Вчера поздно-поздно привезли. И вот пока что он отсыпается. Нам еще нету 2 месяцев. Хвостик вот уже купирован. А ушки только после прививок. А прививки мы будем делать только 9 мая. Такая вот крошка у нас появилась. Хочется верить, что он вырастет крепким, большим псом. Это у нас мальчик. Назвали Дарком. Вот такая вот крошечка. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, щелкайте на звоночек. Будем следить вместе, как он вырастет, как будет обучаться командам, как будем приучать к туалету на улочке. Процесс уже начался, но вот он еще только первый день у нас. Такой вот крошка. Все. Всем пока. До скорых встреч.